И прогноз на 22-й чемпионат мира нам оставит тренер Спутника, обладатель Кубка Победы этого сезона, обладатель бронзовых медалей Виталий Сергеевич Бертман. Виталий Сергеевич, кто возьмет чемпионат мира? Какая сборная? Такими же финтами, как сегодня, в исполнении игроков «Райса» из «Сталь». Давайте. Ну, действующий чемпион — это Франция, Аргентина — фаворит с Месси, Португалия с Роналду, с Криштиану Роналду. Сейчас он травму получил, конечно, французам будет тяжело. Из Батуи. Давайте я на Францию. Второй год подряд возьмут титул. Ну, не второй год, а через 4 года снова станут чемпионами. Кто, думаете, больше всех забьет и сколько? Сколько голов? 4-5. То есть не так много. 5 голов поставим. Ну, учитывая там климат, там жарко будет, я не думаю, что там, знаете, красочные матчи. То есть такие будут закрытые игры? В один, там, в два гола кто-нибудь уже. На кону Кубок мира. А по статистическим данным, лучшим ассистентом за всю историю знаете, кто является? Марадона. У него показатель 8. Думаете, сможет его кто-нибудь обогнать на этом чемпионате мира? У Месси и у Томаса Мюллера по 6 передач на данный момент. Ну, почему? Месси будет бороться. Ну, давайте на Месси, да, поставим? Да. Сколько в итоге у него будет? 50. Сейчас 6 уже есть. Сколько добавится? Ассистов 5. 11 в итоге Месси наберет. Немножко же из глубины там. Так, тут осторожно, скользкие ступеньки. Мы сейчас не такую яркую должны подать. Ну и вы как специалист уже, только супер опытный мастер футбола, скажите нам, кто же все-таки король за всю историю? Марадона, Пеле, Роналду или Месси? Или ваша версия? Тренер Пепа Гвардиола. А, Пепе Гвардиола, он так натренировал, что потом с ним Барселона все и повыиграла. То есть он король футбола, по вашей версии. Спасибо, Виталий Сергеевич. Если вы угадали, мы вам приз, конечно же, вручим. Успехов!